Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Слава нашему Спасителю Господу. Благодарю Бога за сегодняшний день. Дорогие братья и сестры, сегодняшним утром совершаю хлебопреломление, Евхаристию, причастие здесь, прямо вот дома. И сегодня я на основании Божьего Слова, совершая это, говорю, как и миллионы, миллионы верующих разных конфессий, деноминаций, что кровью Иисуса Христа я спасен. Кровью Иисуса Христа исцелен. Кровью Иисуса Христа освобожден. Кровью Иисуса Христа обогащен. Через кровь Иисуса Христа пришла свобода в мою жизнь, исцеление, спасение, совершенное спасение. Благодарение Богу за все, за все. И причастие, таинство это. Вчера проводил прямую трансляцию, и я как раз говорил о патриархе Кирилле Лукарисе. В эти дни мы вспоминаем его память, этого святителя Божьего, мужа Божьего, который почти 400 лет тому назад поднял знамя реформации на православном Востоке. Вообще этот год у нас, 2017 год, он именуется годом 500-летия со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. 5 столетий назад завершилась эпоха Великой Деформации, деградации Церкви. Началась эпоха Великой Реформации, то есть восстановление, покаяние, исправление Церкви. И большей частью Реформация изначально распространялась на Западе, в западном мире, в западном христианстве. Восточное христианство оставалось в тени чаще всего, и незначительные были некоторые лишь отблески этой славы Божьей на Востоке. Но, дамы и господа, произошло чудо 400 лет тому назад, ну, без малого, патриарх Кирилл Лукарис поднял знамя реформации и на православном Востоке. Я об этом говорил вчера, и сегодня буду говорить вновь. Сегодня в 17:00 прямая трансляция будет, поэтому подключайтесь, друзья. Я уже дал в социальных сетях анонс. И вот этим видео тоже я буду как раз, да, вижу, уже подключаются люди. Тоже буду говорить сегодня и о хлебопреломлении, причастии. Вот, и вспоминать добрым словом патриарха Кирилла Лукариса, 445-летие которого мы вспоминаем эти дни. И благодарим Бога за великого мужа Божьего, великого реформатора. Да, этот человек действительно послужил Богу очень сильно. И вчера я как раз упоминал, читал, зачитывал даже его тезисы, его статьи вероучительные, «Восточное исповедание христианской веры». И там, среди прочего, говорилось о таинствах. И он подчеркивал, что есть два важнейших таинства в церкви. И это одно из них – это причастие. Евхаристия. Мы еще называем, в православной традиции мы называем это Евхаристией. То есть хлебопреломлением, причастием также. И, то есть причастием тела и крови Христа. И сегодня я благодарю Бога за причастие тела и крови Христа Иисуса. Вот здесь совершаю, вы можете совершать его у себя сейчас дома, в офисе, где вы сейчас находитесь, в больнице даже, если вы смотрите меня, где бы вы ни смотрели меня сейчас, значит, на борту самолета или, допустим, где-то путешествуя, где-то в поезде или в автобусе, в электричке, где бы вы ни были, причастие, оно действительно таинство, совершаемое, ну, действительно там, где
есть вера, там, где есть любовь, там причастие. И там, где действительно люди открывают свои сердца для Господа, вот, это и в темницах, и на свободе, и высоко в горах, и в подземельях, в катакомбах, где бы ни было бы, в лесу, в поле, где бы ни было бы, Евхаристия Божественная совершается, причастие-то совершается действительно верой и любовью. И благодарю Бога Всемогущего за то, что мы рассуждаем, христиане, достойно. Я лично действительно рассуждаю по Слову Божьему, как вот я вначале и сказал сегодня, вот этого прямого эфира, что кровью Иисуса Христа я спасен, кровью Иисуса Христа я исцелен, кровью Иисуса Христа я освобожден, кровью Иисуса Христа я обогащен. Свобода через кровь Христа. Есть песня такая, я ее слышал еще в начале 90-х, ну в середине 90-х, но сейчас, к сожалению, я давно уже не слышал ее, я даже не помню всех слов ее, этой песни, но там слова есть, евангельская песня такая интересная, там есть такие слова. Свобода через кровь Христа, свобода через кровь Христа, исцеление через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. И дальше мы пели еще там. Освобождение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Обогащение через кровь Христа. Свобода через кровь Христа. Или можно, ну, импровизировать можно так в духе святом. Спасение через кровь Христа. Совершенное спасение, исцеление, освобождение через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенная свобода, свобода через кровь Христа. Спасение через кровь Христа. Совершенное спасение, исцеление, обогащение, свобода через кровь Христа. Христа. Спасение через кровь Христа. Спасен я через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение. Спасение через кровь Христа. Слава тебе, Господь, Бог всемогущий. И как бы вы ни совершали таинство это божественное, на коленях ли в молитве, или танцуя в молитве, плача или смеясь, вот в кругу семьи, или вот где-то в дороге, в путешествии, в храме огромном, в соборе таком напыщенном, или в бедном, совершенно, знаете ли, таком каком-то каземате нищем, допустим, там, значит, там и где бы вы, в тайге или, значит, в тундре, значит, высоко в горах, или это просто в поле, где бы оно ни совершалось, у реки, или же, допустим, где-то там на море, на корабле, в самолете, или в поезде, в автобусе, или где-то еще, где бы оно ни совершалось, это таинство, оно действительно совершается верой и любовью. Любовью к нашему Господу и благодарностью за то, что действительно Он есть наш Спаситель, Иисус Христос. И сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера уже 2000 лет провозглашается по всей нашей планете. И мы сегодня, верующие, уже 21 столетия, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, так же, как и первые верующие первого столетия, первые вот все еврейские апостолы, ученики Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, также провозглашаем сегодня ту же самую веру. И веруем, и любим, и надеемся, и говорим такие слова, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. И вы можете взять плод винограда лозы и хлеб, неважно, это будет
какого качества вино будет или сок. У меня здесь вот виноградный сок, значит, из синагоги, значит, из Израиля непосредственно. Вот, значит, беру обычный сок. Здесь вот украинский вот садочек беру, значит, там виноградный, значит, да. Значит, пожалуйста, хлеб. Вот здесь вот возле метро лаваш пекут грузинский. Грузины очень вкусный хлеб пекут. Значит, и беру хлеб. И, так что гамарджоба геноцвали. Слава Богу за страну лозы. Вот, и значит, хлеб, вино, это вот наши как раз образы таинства этого великого. Потому что мы вкушаем тело и кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. Это самая драгоценная пища, самое драгоценное питье на этой планете. Мы принимаем все, когда мы едим вообще, кушаем ли борщ, или там, значит, там что-то, вареники, или, значит, что бы мы не ели бы. Знаете ли, кашу, сегодня, допустим, варил кашу. Значит, пожалуйста, во славу Господа Иисуса Христа принимаем с благодарением Богу всякую пищу. И знаете ли, и даже медики сегодня согласны с тем, что, значит, то, что мы едим, это действительно, значит, это нас либо исцеляет, либо погубляет. Вот, значит, и наше исцеление через пищу нетленную, пищу тела и кровь Иисуса Христа. Действительно таинство. Ем я просто хлеб, казалось бы, да, значит, и просто плод виноградной лозы, сок, но это не просто, для кого-то, может, это просто, да, хлеб и вино, но для меня это тело и кровь Иисуса Христа. Я принимаю верой тело и кровь Иисуса Христа. И действительно, само таинство, оно не просто в хлебе и вине, нет, само таинство, оно в сердце совершается, в нашем разуме, в нашем сердце, в нашем естестве совершается великое таинство. Будь это в огромном соборе, при многотысячном стечении народа, или же вот один-один с Господом. Значит, самое главное, Христос в нас, упование славы. Самое великое таинство всех таинств, когда Иисус Христос, Он часть нашего бытия, и не просто даже часть, а Он все наше бытие. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! И, дорогие друзья, совершаем таинство, рассуждая о теле Господнем. К сожалению, очень многие христиане не рассуждают о теле Господнем. И потому, к сожалению, очень много несчастных верующих, очень много болеет, страдает в нищете, значит, и даже немало умирают прежде времени, знаете ли, не рассуждая о теле Господнем, не должно рассуждая, то есть как бы... Полуправда бывает хуже, чем ложь, знаете ли, дамы и господа, братья и сестры. Ведь мы должны рассуждать о теле Христа. Каким образом рассуждать? Как сказано в Писании то. Действительно, как нам подсказывает Священное Писание, учит нас этому, и как нам подсказывает здравый смысл. Мы из Библии видим действительно, что кровью Иисуса Христа не только Он взял наши грехи на Себя, но и понес наши немощи, и болезни, и ранами Его мы исцелены. Нищетой Его обогащены. И действительно, мы должны рассуждать. Я рассуждаю, учусь этому рассуждению постоянно. Учусь этому рассуждению о теле и крови Христа Иисуса. О теле и крови Иисуса Христа. Потому что я спасен не своими делами, не чем-то еще. Не тем, что я православный архиерей, ничем иным. Не, абсолютно нет. А тем лишь, что 2000 лет назад за меня была пролита божественная кровь Иисуса Христа, которая сегодня актуальна для меня, которая сегодня активизировалась, которая сегодня в моей жизни присутствует. И не просто присутствует, она господствует, она омывает меня, очищает. Она во мне, а я в ней. И это действительно свобода, это любовь, это потоки любви, которые исцеляют, обогащают, освобождают, совершенно спасают. Слава Господу, Богу Всемогущему. Дорогие друзья, принимаю с благодарением. Я в предыдущих видеоэфирах, тоже когда мы совершали причастие, вот вместе с отцом Алексеем тоже принимали причастие с нашим благочином здесь как раз, вот, значит, то как раз говорили, вот что, значит, кстати, причастие мы совершаем часто, да, значит, в церкви, может, не так часто, раз в неделю, допустим, но или раз в месяц, там, в некоторых собраниях, в некоторых церквях вообще, я был в некоторых конфессиях, допустим, где вообще раз в год
принимает причастие. А в некоторых организациях, там, допустим, там христианских, даже вообще церковных объединениях, там вообще принято лишь как бы, вот как бы, ну, символично, допустим, как бы преломлять, как бы, образно. Как, допустим, у меня друзей много среди старобрядцев, староверов, и вот есть, допустим, из беспоповцев вот такие течения, допустим, которые, вот они как, вот на Рогожке я был у них в Москве, там, не на Рогожке, вернее, извиняюсь, а, значит, на Рогожке тоже там старобрядцы, но там поповские старобрядцы, а беспоповцы вот на Преображенке, о, на Преображенке. И, значит, и там старые эти вот старцы, эти вот наставники, они как говорят, вот мы преломляем как хлеб. Берем, значит, вот Библию, раскрываем ее, читаем. Вот тут наше хлебопреломление. Ну, у них такое понимание. Ну, как бы, знаете ли, вот... братья тоже так рассуждают. Я, в принципе, согласен, частично согласен с ними. Это тоже хлебопреломление, безусловно. Даже то, что я дышу, да, я тоже причащаюсь Господа. То, что я... чтобы кушаю, вообще живу я, мыслю, я тоже причащаюсь Господа, я постоянно погружаюсь в Него, погружаюсь и погружаюсь, пропитываюсь и пропитываюсь им. Это тоже Евхаристия Божественная, это тоже причастие. Но само таинство, вот когда я вот принимаю непосредственно тело и кровь Христа, то это действительно чудо Бога. И сам Христос ведь это заповедал, и это неспроста, друзья, дамы и господа. Братья и сестры, это неспроста. Это действительно миллионы-миллионы верующих это могут подтвердить. Я это подтверждаю, я свидетельствую тем, то, что я Христос во мне. И то, что я имею жизнь через Христа. И принимаю эту жизнь. Это чудесно. Вообще, слава Богу. Спасибо, Господь Иисус, за то, что я спасен. Совершенно спасен. И не только в этой земной жизни, а с Богом чудесно жить. А и вечность еще открывается впереди. Блаженная вечность. Как Сыну Божьему, Он открыл мне блаженную вечность. И каждому из нас, как сыну своему, как дочери своей, Он открывает блаженную вечность. Не только здесь на земле Он нас благословляет, обогащает, исцеляет, освобождает через кровь Иисуса Христа, но вечность открывает нам блаженнейшую. Разве это не чудесно? Это удивительное спасение, это удивительная благодать. Как в песне той Amazing Grace, да? Слава Богу! Пусть Господь Бог благословит всех нас сегодня в этом причастии, в этой Евхаристии. Принимайте вместе со мной эту Евхаристию Божественную. И молимся. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, который везде присутствуешь и все с собой наполняешь, Сокровищница благ, жизни податель, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе, слава Тебе, величие Богу Святому. Слава Господу! Спасибо, Господи, спасибо, Боже, за таинство сие, за Евхаристию Божественную, за тело и кровь Твои. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь. Мы все вместе, да? Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. И все вместе
благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. И соверши, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Предложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Благословляю, благословляю всех вас, дорогие друзья. Во имя Господне, пусть Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, благословит сегодня эту божественную Евхаристию нашу. Аминь. Кровью Иисуса Христа я спасен. Кровью Иисуса Христа я исцелен. Кровью Иисуса Христа я освобожден. Кровью Иисуса Христа я обогащен. Свобода через кровь Христа, спасение через кровь Христа. Спасибо, Господь, за все. Благодарим Тебя, Господи Боже наш. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому и Истинному! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Которым мы спасены, которым освобождены, которым обогащены, которым спасены совершенно. Слава Иисусу Христу! Слава Богу за кровь святую и за тело Его, за божественную Евхаристию, за причастие хлебопреломления. Слава Богу за жизнь,
через кровь Иисуса Христа я совершенно спасен. И не только в этой земной жизни счастье жить с Богом и счастливая жизнь открылась мне. Она открыта в вечности. Это через кровь Иисуса Христа. И это не от нас, это Божий дар. Исцеление через кровь Иисуса Христа. Я исцелен через кровь Иисуса Христа. Благодаря крови Иисуса Христа. Это активизировалось во мне, в моей жизни. Хотя кровь Иисуса Христа пролилась 2000 лет назад. Много воды утекло с тех пор. Но кровь Иисуса Христа, она и сегодня актуальна. И каждый, кто призовет имя Господне, спасется. И кровь Иисуса Христа омоет каждого и омывает каждого из нас, кто призывает имя Господне. Слава Иисусу Христу! Кровью Иисуса Христа я спасен, исцелен, освобожден, обогащен, благословлен. Кровью Иисуса Христа! Дамы и господа, братья и сестры, я ничего не знаю, кроме Господа Иисуса распятого. Его кровь святая – это Евангелие наше, это жизнь наша, это спасение наше. Кровь Иисуса Христа – Агнца от века закланного. В вечности совершилось определенное чудо, и вечность спроецировала это чудо на землю. На земле совершилось таинство. 2000 лет назад пролилась кровь физически, реально, чтобы никто никогда отныне не имел даже права морального засомневаться в любви Бога. Бог свою любовь доказал к нам, отдав свою жизнь, пролив свою кровушку за нас. И теперь всякий, действительно всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это кровь Иисуса Христа, это жертва Христа. Она активизируется в нас верой. И устами мы исповедуем, сердцем веруем и устами исповедуем. Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. С этим хлебопреломлением, причастием совершаем Евхаристию Божественную. В воскресенье приходите на служение. Если у себя будете в церкви, привет передавайте в своих церквях. Если будете в Киеве и будете иметь возможность, приходите к нам на собрание в воскресенье с 9 утра. Станция Метрокловская, Первомайского, 6. Мы проводим тоже Евхаристию, хлебопреломление, рассуждаем о теле и крови Христа. Свобода через кровь Христа, спасение через кровь Христа. Благословение, обогащение через кровь Иисуса Христа. Благословляю всех вас во имя Господне. Благословляю словами библейского благословения. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, из города Киева, с нашей Киевской архиепископии. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Вот уже и утро, уже и солнце. Так что все. Так что с добрым утром всех. Благословляю всех вас сегодняшним днем. И не забудьте, кто будет смотреть видео уже в записи, или кто сейчас подключен, что сегодня в 17.00 я снова выхожу в эфир, уже планированное такое, это не плановые такие, ночью я включаюсь иногда в эфир утром, стараюсь все видео сохранять эти на ютубе, вот, значит, и это видео точно я сохраняю тоже на ютубе, значит, и, а в 17.00 по киевскому времени, 18 по московскому, это уже планированное, запланированное заранее, значит, включение, прямой эфир, посвященный памяти святителя Божьего, реформатора, обновленца, первопроходца и пионера реформаторского православного движения, патриарха Кирилла Лукариса,
память которого мы вспоминаем эти дни и празднуем 445-летие со дня рождения этого мужа Божьего. Пусть Господь Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.